Привет, мои хорошие, привет, привет, добрый вечер. Ой, я вся с покупками, была сегодня в Ашане. В общем, на Ашан я ездила, там очень все дорого, я там практически ничего не купила. Сейчас скажу вам, что купила в Ашане. Но такие, конечно, цены, если бы не эта вещь, что-то я там забыла еще купить. В общем, я купила вот это удобрение, очень вкусное, хотела сказать, очень хорошее для цветов. На этот раз взяла, правда, изумруд моего, которым я поливаю, не было. Но попробую вот это, я прочла. Тут и магний, и очень много микроэлементов. В общем, буду поливать цветочки свои, они у меня прям прекрасно растут. Далее, взяла себе ряженку, какая-то ряженка с клубникой. Вот такую выпью обязательно. Помидоры дорогие, получается по акции 130 рублей, это мохитосы. Но там абсолютно не с чего выбрать. Вот не с чего. Ой, на 92 рубля 3 штуки взяла. Сейчас на ужин сделаю. Время уже что-то поздноватенько. Поэтому я вот хочу пиццу. В Чижике взяла пиццу. Перекись за 15 рублей взяла. Потому что что-то посмотрела. У меня там полтюбичка осталось. А перекись, конечно, вещь такая необходимая. И женские штучки. Вот. Целый пакет женских штучек. В основном вот такие ночные. Здесь у меня получается 5 упаковок ночных по 39 рублей. И одна упаковка вот такая ультрасофт. Хорошие. Ну вот это в основном на такие, знаете, или первые, или последние дни. И вот эти ночные очень выручают. Вот, в общем, взяла. Вот это 44 рубля. А ночные, они стали уже по 6 штук. Получается 39 рублей. Цены, конечно, мама дорогая. Сейчас буду варить яйца. Это яйца на завтрак. Но я сразу варю на всю неделю. Поставлю, разогрею пиццу. И яйца взяла по 279 рублей. Вот такие окские. Планирую делать тоже салат оливье. Мне нужны яйца. Помидоры сейчас на ужин пущу. Но это, конечно, много. Я оставлю себе один помидор на завтрак. А два сейчас порежу на ужин. Отварю яйца. Получается на неделю. Так, что еще? В общем, взяла в Чижике вкусняшки. Отоварилась почти на 2000 рублей. На 2000. Так, сейчас буду вам показывать. Вначале отнесу в морозилку, в холодильник. В общем, взяла цветную капусту. Девчонки, Чижик у нас не подорожал. Все, вот по чеку все проверила, по ценникам все проверила, что сколько стоило, столько и стоит. Капуста 159 рублей, капусту я обожаю. Не могу найти нигде свежую, нету у нас свежей, ни на рынке я не видела, два раза была на рынке, нету. Мне кажется, капуста цветная вот будет сентябрь, ближе туда к октябрю, когда уже тыква появится вовсю там, и появится цветная капуста по нормальной цене. Взяла себе вот такую вкусняшку. Сейчас буду делать, как я ее люблю. Так. Ой. Сейчас я вот в эту вот ее мисочку сахаром пересыплю. И будут у меня витаминки. Вот. И будут витаминочки. Пускай тоже тут лежит. 99 рублей тоже не подорожало. Так, вот эти мои штучки. Чайник-то у меня теперь электрический, так что он быстро закипит. Остается только разогреть пиццу. Спасибо, мои хорошие. Кто-то мне порекомендовал, говорит, Марина, ты не пробовала пиццу? Попробуй. Вот, сейчас взяла, попробую. Тоже не подорожала, 129 рублей, 440 грамм. Гранд меню. 15 минут в духовке или 5 минут в микроволновке. Много начинки из каменной печи, толстое тесто. Вообще, я думаю, кто вот пробовал такие вещи, пробует, любит. Я не падкая, если честно. Я, бывает, вот на пробу только беру. Взяла мясную, там еще есть 4 сыра. О, ну начинки и правда, начинки много. Знаете, а может ее и правда, смотрите, какая она красивая. Смотрите, какая красивая. Иной раз возьмешь такие скудные пиццы, что еще приходится что-то своего докладывать. Знаете что, я, наверное, ее сейчас в духовочку поставлю, вот. Ну, или в микроволновочку. В духовочку, наверное. Так, дальше взяла соки. Апельсиновые мультифрукты. Это я взяла, пускай будет, вот. На одно мероприятие. Вот, на одно мероприятие. Конечно же, творожок по 49 рублей.
Вот такой взяла, поменяли они, да, вот эту этикеточку. Делюсь с вами. Бананчики. Тоже фруктики, витаминчики мне надо. Бананчики взяла. По 89. В этот раз недорого были. Взяла колбасу, сосиски. Вот эта колбаса очень дорогая, но она мне тоже нужна на одно мероприятие. В общем, здесь полкило. Вот 300 рублей батончик. 299 рублей. И за 129 вот такая. Буду делать рыбную тарелку, мясную тарелку. В общем, в этот раз взяла одни вкусняшки. На неделе ничего не хочу готовить. Ну, может, только что-то такое. Может, не знаю, что-то прям легкое-легкое. Взяла сосиски. Вот буду варить сосиски с цветной капустой. У меня там еще полпачки цветной капусты есть. На салат оливье тоже горошек взяла. Горошек тоже не подорожал. 49 рублей. Не знаю насчет кукурузы, но кукуруза, она вроде чуть дороже горошка стоила. Взяла два молока по 59 рублей, тоже не подорожали. Взяла одно с крышечкой, одно 2,5 себе, вот такое молочко. И взяла форельку. Взяла форельку, 300 рублей, 299 рублей. Это вот на эту рыбную тарелку. Я выбрала еще такие кусочки хорошие. Здесь полноценных 200 грамм. В общем, эту рыбку хвалят. И сделаю, в общем, форель. У меня есть такое блюдо очень красивое. Сделаю селедочку, форель. Куплю на рынке красную ялтинскую луковку. Так что вот так. Просто забежала в Чижик, а потратила почти 2000. И вот в Ашане. Потратила в Ашане 900 рублей. Вот так еще мороженое там взяли. Что я сейчас хочу сделать? Я все же включила там духовку. Хочу пиццу сделать в духовке. Ой, все, закончился уже мой пергамент. Ой, а что же я буду делать-то без своего пергамента? Что же я буду делать? Надо будет заказывать этот пергамент. Очень уж он хороший. Так, я сейчас сюда эту пиццу. И в духовочку, получается, ее на 15 минут 200 градусов. Опа! Смотрите, какая... Ой, аромат какой! Сейчас только колбаску надо разложить. Тут и колбаса, и ветчина, и вот это вот какая-то колбаса чоризо, наверное. Вот так вот разложу. Три вида колбасы, перчик, грибы. Знаете, на вид. На вид даже и добавлять ничего не надо. Вот такая красивая пицца. Прям очень красивая. Ой, а вот эта колбаска очень острая. Ставлю чайник. Теперь у меня чайник электрический. Так что... Воды принесу. Так, все, включаю чайник. Ой. Так, все, включила. И еще купила батончик. Вот такой, с отрубями. 24 рубля, тоже не подорожал. Так, сейчас у меня нагреется печка. И ставим пиццу в печку. Смотрите, какая красавица. Все, 6 яиц помыла. Такие они крупные, прям гигантские. Я их отправляю на варку. Соль забыла купить. Вот соль, я даже не знаю, есть у меня, нету. А соли-то у меня и нету. Соль забыла купить. Хорошо, у меня есть вот эта маленькая мензурочка. Вот. Надо будет не забыть купить соль. Так. Все, а эти яйца тогда отправляю в холодильник. Ну, мне там на оливье нужно будет... вот чек из Чижика, такой маленький стал. Мне на оливье будет 3-2 яйца. Я потому что оливье буду делать только в салатницу. Ну, в такую небольшую кастрюлечку, чтобы удобно было мешать. И потом переложу в салатницу. Чисто, как говорится, на стол. А не на маланью свадьбу. Ну, я думаю, еще огурчики надо купить. Колбасу сегодня забыла вареную купить. Так, все, помидорки теперь тоже на ужин.
И одну помидорку оставлю завтра на завтрак, в холодильник ее беру. Духовка у меня уже нагрелась, отправляю пиццу в духовку на 15 минут, написано. Сделала себе кофе, стоит уже пицца и клубничку. Вот эту вкусную клубничку завтра буду пить кофе с клубничкой в прикуску с помидорами. Ой, ну, деликатесы так есть деликатесы. Вот. Мне еще надо приготовить цветную капусту. Ну, не знаю, надо вот эту сковородку помыть. Я уже яйца сейчас сварю. Ну, я чуть попозже приду. Буду смотреть свою любимую передачу, как раз отварю яйца. Сделаю цветную капусту, чтобы завтра не возиться с утра. Вот. Все. Все, мои хорошие. Побежала я. Всем огромное-огромное спасибо. Выключу кондиционер. Не знаю, что я его включила. Но что-то просто запыхалось. Все. Все. Всем огромное-огромное спасибо. Подписывайтесь, кому интересно. Поддерживайте меня. Вот. Пока-пока.